Ну вот сегодня у нас очередной гость, соучредитель потребительского кооператива «Экодобродар». Приехал сегодня посмотреть, что у нас получилось. Ну, сначала я скажу, что я видел и слышал, поскольку я уже не первый раз в домике, то есть я уже работаю абсолютно конкретно, прошу пчел поработать с конкретным органом, разговариваю с ними. Ну вот про Виталия могу сказать, как, поскольку мы, я думаю, что уже достаточно в таких отношениях, что можно прямо говорить как есть. Через 5 минут его пчелы просто вырубили. Вот, через 10 минут он уже сладко посапывал. И получается, что где-то через 40 минут пчелы его разбудили. Вот теперь, пожалуйста, это то, что я видел со стороны. Причем удивительно, когда человек в течение 40 минут лежит и вообще ни одного движения. А теперь со стороны. Это, вернее, со стороны был взгляд, а теперь то, что нам скажет Виталий. Мне тяжело. Я не готов. Не надо подумать. Ну вот первые слова, которые у тебя были, море, да? Ну да, море было. Оно и сейчас гудит, как да. будто вот находишься, я да, иногда да, именно да. представляю, что да, нахожусь да, на да. берегу океана. Да, работает как море. А потом гудение, а потом были микроколебания внутри. Вот я их чувствовал какие-то микроколебания. А потом, наверное, я поспал. Я замерз, короче. Да, то есть, соответственно, получается так, что мы находимся на самом деле в домике, в котором сейчас температура около 37 градусов. Но в тот момент, когда тебя прокачали полностью, создается ощущение, как будто ты начинаешь замерзать. То есть, вот с этим еще мы поразбираемся. Это отметили уже и гости, которые были накануне. А вот про то, что сказал Виталий относительно вибраций, я могу сказать так, что вчера я проснулся от того, что мое тело, это дома я находился, не здесь в комплексе, мое тело все вибрировало, абсолютно все. То есть это получается, что вот раз 5-6 я уже полежал, и даже несмотря на то, что я был далеко от комплекса, я проснулся от того, что каждая моя клеточка вибрировала. Так что, Виталий, готовься, у тебя такая же ситуация будет. Спасибо, я послушаюсь свое тело. Скажу, что будет, что произойдет дальше. Хорошо. То есть, понаблюдаем. То есть это будет уже следующее интервью. Да. Да. Всего доброго.